Стивич по имени Маша, а с ней тренер Андрей. Стивич – это полуводные животные, которые живут и в воде, и на суше. Стивичи прекрасно плавают и отлично ныряют. Могут долго находиться под водой и развивают скорость до 30 км в час. У всех наших артистов и тренеров замечательные дружеские отношения. Девочек вздернутый носик, обладатель игривого характера, сложно удерживать предметы на носу. Но Маша очень старается и демонстрирует вам стройную фигурку. Все получается с первого раза, но не беда, попробуем еще разок. Насчитывается до 38 зубов, но нужны они не для того, чтобы жевать, а чтобы схватывать и удерживать добычу. Великолепная реакция, и муха мимо не пролетит. К сожалению, в зоопарке есть еще гости, которые разбрасывают вокруг всяческий мусор. Но ведь даже Маша знает, что мусор нельзя бросать где попало. Его надо складывать в урны. Берите с нее пример. Любит Машенька чистоту и порядок. И сейчас она вам продемонстрирует, как нужно мыть полы. Смотрите и учитесь. Достанем тряпочку и помоем рабочее место. Чистюля Машенька, прилежная хозяюшка. Вы, наверное, заметили, какая стройная и грациозная Маша. И она никогда не упустит лишние возможности, чтобы покрасоваться перед зрителями. Yeah.
еще один баланс. Итак, заслуженные аплодисменты. Это морской лев, девочка по имени Маша, а с ней тренер Андрей. Скажем спасибо и провожаем артистов.